Друзья, всех приветствую. Был вопрос, покажи частушки по-простому. Это самый распространенный, самый любимый вопрос. Но здесь еще наряду с этим делом очень в тему будет показать, как соединить руки. Потому что соединение двух рук начинающим гармонистам — это супер-мега важный вопрос. Этот вопрос, это самый первый важный этап, который преодолевают, не знаю, в процентном соотношении не скажу, но, наверное, преодолевают, конечно, меньше 50%, а больше 50% на этом этапе бросают, к сожалению. Но если помочь людям, начинающим гармонистам в этом деле, то у нас процент будет бросающих меньше. Поэтому я хочу это сделать и попытаюсь. Так, что-то заёрзал. Значит, смотрим. Два вопроса. Частушка и соединение рук. Как они связаны? Напрямую. Потому что соединение рук я всегда советую на частушке. На простой частушке. И с этого будет начинаться ваша карьера человека-праздника, человека-гармониста. Потому что, соединив две руки, уже... Это уже будет, как выходишь, космический корабль преодолевает атмосферу Земли и выходит, там уже все, там уже не нужно уже, там невесомость и уже по накатанной. Нифига, вот это сравнение. Только что в голову пришло, я не готовил. Но, по-моему, прикольно. Так, поехали, смотрим. Частушка. Что такое частушка у нас? Частушка — это вот мажорный ряд. Мажорный ряд. Немножко я, как говорится, голосом могу не выпадать, потому что моя тональность ля мажор, я привык в ней. Показываю на гармошечке в до мажоре. Чистый до мажор — это у нас тулочки. Ну, дабы похвастаться тем, что у нас имеются такие гармошки. Честно, что тут греха таить. Поэтому решил на ней. Ну, звучит огонь, но тональность не моя немножечко. Но я постараюсь. Итак, что я своим ученикам... Сначала я хотел делать так, и делал так. Значит, сначала здесь до автоматизма доведите, по мажору, по мажорному ряду, по минорному ряду. Вот эти вот... Вот минорный потом. Да, это нужно довести. Потом отдельно здесь, потом еще несколько занятий. А уж потом только соединять руки. Нет, нет. Вот мы пересмотрели вот несколько учеников, и все, на всех мы убедились, что не нужно. Нужно сразу соединять, пытаться руки, и тогда уже будет проще. То есть соединить на простой частушке, а потом дальше продолжать отрабатывать отдельно тут, разные упражнения, гаммы, там, терции, там, такие. Разные упражнения, потом уже отрабатывать. Здесь вперемешку. И так далее. И любимые песни свои тоже, смотреть аккорды. В общем, потом, это уже потом. Но соединить руки сразу надо. Потому что человек, если будет здесь научиться играть, и здесь научиться играть, думает, все, класс, я играю. А потом бах, и врежется в стену соединение двух рук. И пойдет разочарование. Поэтому сразу, уже прям на втором уроке, прям вот сразу лучше начинать пробовать. Так, приближаемся к чему? К соединению. Как соединять? Значит, здесь вы уже научились. Медленно, не спеша. Так, по одной кнопочке. Смотрим. Берем, и я сейчас сыграл уже, это в принципе, ну это просто для меня, но это сложный вариант для начинающих. Когда вот та-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 та. Начинающему проще сделать так. Здесь он уже играет.
А здесь просто нажимать и держать не нужно, пока рисунка сначала, с самого начала, никакого рисунка не нужно. Вам главное понимать, что здесь соответствующие кнопки, здесь просто, она здесь, вы ее нажали и держите. Потом переходите на эту и переходите на другую кнопку. И держите, просто держите. Потом сюда. И здесь возвращаетесь, и здесь просто. И причем кнопочки, они просто идут лесенкой. Вы если гамму вот эту вот делали когда-то, это лесенка, значит. В общем, это гамма, гамма до мажор. Вот она идет лесенкой. И вот она частушка. Я вам даже больше скажу. Вы можете даже тренироваться это же самое сразу и на минорном ряду. Это будет у нас уже на цыганочку смахивать. Та-та-та, я цыган, оба мы цыгане. Ты воруешь лошадей, я ворую сани. Вот, только берете, и то вы начинали с этой кнопки, когда на мажорном ряду, с этой кнопки начинали. А здесь на минорном ряду вы просто на одну кнопку выше. Вот, пока вы поиграете так, не нужно так торопиться, не нужно денечек, другой, может быть три, может быть даже неделю, ничего страшного. По меркам галактики это мгновение, поэтому лучше не спеша, лучше вообще репетировать. Вот, скажи, смотрите, я еще раз это повторю, я всегда это говорю, еще раз повторю. Игра на гармошке или любое другое там занятие, там спорт, музыка, все что угодно, лучше заниматься регулярно, каждый день там по 15, по 10 минут, да пусть даже по 5, фиг с ним, но каждый день, то есть регулярность, ладно, не каждый день, пусть через день, неважно, если вы, не страшно, если вы пропустите один день, там, два дня, но главное регулярность, то есть не так, что сели там 5 часов отпыхтели, пальцы болят, мозг закипает, и потом вы через месяц только ее возьмете, потому что задолбались. Вот. Лучше не так, лучше по чуть-чуть. Потом, когда вы уже это все, вы, ваш мозг поймет, ваши руки поймут, будет радость. Вы будете на подъеме таком, вам уже будет в кайф, вы уже поймете, что вы соединили две руки, класс. Еще поиграйте, а потом руки и мозг будут сами начнут просить какие-то, ну, не просто так нажимать. И вы это попробуйте уже сами, попробуйте по два раза, допустим. Уже лучше, да? А потом вы будете уже еще дальше заглядывать. Смотрите, можно вот так вот. А потом вам захочется с этими кнопочками что-то какое-то переплетение сделать. И вы сделаете вот так. Вот. И постепенно. Главное по чуть-чуть. Вот и все. Соединяйте руки на простых мелодиях. Всем удачи, музыки, добра. У всех все получится.